Лайпциг оставил Майе. Майе в центр опасно. Снова Дронов. 4-1. 4-1. Ну, вот, им, вот просто первые минуты периодов надо вот как-то взять и отменить. Вот просто как понедельники, да? Сегодня что там? Какой день? Опять понедельник? Вот все надо отменять Борису. И потом только как-то они начинают собираться. Смотри, что делает Лайпциг. Лайпциг сбрасывает шайбу Филиппу Майе. Уходит... уводит, точнее, Романа Савченко. Майе вытягивает на себя Аркадия Шестакова, который должен был... Савицкого, прошу прощения. Который должен был как раз-таки играть по центру. Дальше там Шалапова. Еще один игрок Магнитки увез. И в итоге оставшийся абсолютно один Григорий Дронов, получив передачу от Филиппа Майе, расстреливает ее Нью-Йорк.